Йоу-йоу-йоу, всем приветики, ребят, это вы, мастеров, на канале мастеров, и прошлый ролик вы очень тепло приняли, и сегодня долгожданный обзор на пакет из Макдональдса! Так что давайте мы сразу начнем. Сегодня у нас такой большой пакет из Макдональдса, и он реально выглядит круто. То есть, типа, смотрите, он большой, тут есть такие стикеры, которые надо отклеивать, чтобы открыть этот пакет. Тут написано, мы доставляем то, что вы любите, дизайн, игра цветов мне очень нравится. Тут написано то, что бумага из ответственных источников сделана. Это за это респект, за это лайк. Тут есть чек, сразу же прикрепленный лайк. Давайте на прочность проверим ее. Давайте. Воу! Воу! Чё? Реально тяжело порвать. Подождите, а ее реально можно порвать? Ну, короче, это очень тяжело сделать. Это реально респект за это. Дальше давайте мы проверим, если курьер спотыкается об пакет. Он спотыкается об пакет. Вот, блин, ну, типа, короче, реально прочный пакет, и давайте и последнее, что мы проверим, это как это будет сидеть на голове, потому что мы все любители Хэллоуина, и мы посмотрим сейчас, как это вообще работает. Вот так она выглядит, как маска для Хэллоуина. Очень стильно. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Ой, не выключилось.